Не имея личных отношений с Богом, я знал, что духовный мир существует. У нас была компания друзей, и мы стали позволять себе не просто легкий наркотик, а более жесткий. Каждый раз мы словно попадали в другое измерение. Я родился в семье верующих родителей, и каждое воскресенье мы посещали служение. Отношений с Богом я не имел, не знал, что можно познать Его как Личность. На служениях мне было неинтересно, и с верующей молодежью я не общался. Примерно в 15 лет я и вовсе перестал ходить в церковь. Я начал заниматься спортом, играть в футбол, дружить с ребятами со двора. Однажды они принесли и предложили попробовать психотропный наркотик. Мне сразу стало интересно, потому что до этого я не знал, что такое существует. Это захватило меня с первого раза. Я увидел мир с какой-то другой стороны. Мама замечала мое нетрезвое состояние, но я всегда придумывал отговорки. Немного позже мы с ребятами попробовали более жесткий наркотик. День, который мы употребляли, был для нас праздником. Мы каждый раз ждали, чтобы пережить те ощущения. Мы принимали наркотик в узком кругу, и это словно связало нас. Мое сознание не принадлежало мне, я словно мог видеть другую реальность. Все детали и краски этого мира становились ярче. Этот психотроп, под действием которого мне казалось, что картинки из экрана оживают. Дело в том, что все ребята видели одно и то же, одинаковое видение. Даже когда я был трезв, я смог окунуться в ту же атмосферу и пережить тот же эффект. На одной из вечеринок я принял тройную дозу. Этот вечер я запомню надолго. Это была отправная точка. Тогда у меня начались проблемы с законом. И тогда я хотел перестать употреблять наркотики, но они словно преследовали меня. Когда я был трезв, меня давила депрессия. И тогда я услышал о колледже «Гора Моисея». Мы с родителями из Беларуси приехали в Киев, и на том воскресном собрании я пережил Бога. В душе я пережил что-то особенное. Мое сердце наполнялось любовью, и я сокрушался перед Богом. На колледже я получил освобождение от наркотиков и от духа, который меня связывал. Тот день был подобен взрыву, и он изменил всю мою жизнь. Сейчас я служитель Духовного Центра Возрождения, и вся моя жизнь принадлежит Богу. Меня зовут Иван, и я призван спасать молодежь и являть живого Бога в этот мир.